23 октября в матче 5-го тура предварительного этапа Лиги чемпионов гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл с дортмундской «Боруссией». Счет в матче открыла Полина Кузнецова, и несмотря на то, что «Боруссия» в следующей же атаке ответила точным броском, ростовчанкам удалось захватить преимущество, увеличивая отрыв от соперника с каждым забитым мячом. К середине первого тайма разница в счете составила 6 мячей и сохранилась до перерыва 17-11. Во второй половине встречи донские гандболистки продолжили громить немок. Уже через 10 минут табло показало отрыв Ростов-Дона в 10 мячей – 23-13. В оставшееся время попытки соперниц догнать ростовчанок не увенчались успехом. Матч завершился победой Ростов-Дона со счетом 37-27. В воскресенье 24 октября ХК «Ростов» принимал на домашнем льду «Тамбов». Матч получился напряженным, но ближе к последней трети. Первый период прошел без заброшенных шайб, и лишь под конец второго отрезка гостям удалось размочить счет. Основное же действие развернулось после сигнала на третий период. Через 8 минут «Тамбов» повел 2-0, но «Ростову» удалось отыграться. Дубль оформил Павел Антипов сначала в большинстве, а через 3 минуты и в равных составах. Болельщиков ждал овертайм, в котором, к сожалению, удача оказалась на стороне «Волков». 2-3, но одно турнирное очко «Кондоры» все же заработали. 23 октября в 15-м туре ФНЛ-2 встретились две донские команды – таганрогский клуб «Форты» и песчанокопская «Чайка». Первый мяч в ворота соперников забили песчанокопцы после углового удара. Правда, этот гол засчитан не был. Арбитр усмотрел нарушение правил со стороны футболиста «Чайки». Но ближе к концовке первого тайма ворота «Форты» все же были распечатаны. Иван Олейников реализовал 11-метровый удар. Опасных моментов в игре было достаточно, и один из них также завершился незасчитанным взятием ворот таганрожцев на 64-й минуте. А уже на 72-й «Форты» сравняли счет. Рашид Магомедов точно пробил головой после навеса от партнера по команде. В оставшееся время шансы выйти вперед были у обеих команд, но счет на табло не изменился до самого свистка – 1-1.